Я с корабля и на бал в баньку сходила после автобуса. Огород вам показала, какой он, да? Ну, кстати, помидоры вот такущие выросли. Удивительно, в траве. Такие вот крупные. Завтра пойду проверять, что там еще осталось. Так, я распаковываю коробку. Я ехала на поезде и на станции Лиски Воронежской области. Мне Катерина Кур-Элигорн яйца поднесла не одна, а ее дочь. Но главное, что я с ней договаривалась. Поэтому я на самолете не полетела. И в Омске я же передала от Кати же тоже яйца Ксении. Мне было написано Ксении, номер телефона. Я выхожу на перроне. Вижу, женщина такая, как я, примерно моего возраста. Такая серьезная. Думаю, ну, наверное, она встречает яйца свои. И вдруг подходит ко мне совсем молоденькая парочка. Мальчик с девочкой. Не знаю, 18-19 лет. Такие хорошенькие. И спрашивает, вы Алена? Я говорю, да, я. Она говорит, мы за яйцами. Они говорят, мы за яйцами. Я говорю, удивилась, что они такие молоденькие. Я говорю, ваши родители, наверное, выводят курочек, занимаются. Нет, говорит, мы сами. Мы с ними постояли, поговорили. Так удивительно. Такие молоденькие. У них инкубатор есть. Так. Распечатываю. Завтра буду закладывать. Сегодня у меня они полежат, успокоятся после тряски. И завтра будем закладывать в инкубатор. Значит, какие я яйца взяла? Вот видите, Голландия и Германия. Две линии у меня будет. Яйца у меня... Ой, хоть бы не разбились. Что-то как-то боюсь. Яйца Лигорны, далматинцы. О них я прям мечтала. Все думала, как бы мне у Кати эти яйца выписать. Видите? Сейчас разломаю ведь все. Ну все, целёхонькие. Будем считать. Вот такие вот они. Миленькие. Хорошенькие. Сейчас их положу на столе, чтобы они успокоились. Желтки устаканились. И завтра будем уже вкладывать в инкубатор. Так что я еще вот такое полезное дело сделала. Ну все. Я дома. Буду выкладывать ролики потихонечку. Помаленечку. А главное бороться с травой и петухами. Это у меня задача номер один будет. Прямо вот на эту неделю. Вот. А в благодарность за то, что я ребятам привезла яйца, довезла до Омска, они мне вот такую сгущенку какую-то самодельную отправили. Говорит, у них какая-то то ли фабрика есть, то ли завод местный. И вот такую желтенькую сгущеночку. Тяжелую бутылку. Михалычу привезла. Вот так. Спасибо вам, ребята. Было приятно познакомиться с такой деятельной молодежью. Очень даже приятно. Такая после бани. Уставшая. Почему-то сегодня 5 часов с половиной. На автобусе мне как-то тяжело дались. Ну и в поезде, наверное, укачала. Ну, раз дождь поливает, я с петухами воюю. И вот у меня, смотрите, вот такой вот один маленький. Вот такой петух. У меня все разношерстные. Вот это средний петух. Это вот амрокс. Самый тяжелый петух получился. И что вы думаете? Я думаю, ну сначала их зарублю, почищу от перьев и газовой зажигалочкой пообжигаю, потом буду разделывать. И что вы думаете? Газовой зажигалкой, ну сколько, полтора месяца точно никто не пользовался, как бы не больше. И получается, что она не работает. Я вышла на улицу, приготовила все, а она не работает. Эх, надо было вчера вечером. Вчера вечером приехала, уже поздно. Уже пока баня, пока что, и не успела. Проверить надо было, как зажигалка это работает. И вот сейчас я думаю, что делать мне с ними. Это мне не на продажу петухи, это я себе их делаю. Раз мы все равно без шкурки едим курочек, то я, наверное, сейчас буду шкуру снимать, потому что до вечера без кишков, чтобы они, о, вернее, с кишками, чтобы лежали до Михалыча, это будет неправильно. Вот, поэтому я сейчас буду обдирать шкуру. И на сегодня петухов пока хватит. Вообще у меня около 20 штук рубить.
этих петухов. Почему они все разные получились по размеру? Дело в том, что вот этому петуху 10 месяцев, а этому, ну сколько, месяцев 5, наверное. И они все вместе содержатся, содержались. И получается, что большие петухи гоняли маленьких петухов, естественно, не давали есть и полноценно жить. Вот, и вот я им сегодня вот приказала долго жить. Сейчас я лапы отрежу и начну потихонечку шкурку снимать. В принципе, обжигать-то и не надо, конечно, если мы шкурку не едим. Это когда на продажу, я хотела от этого большого на продажу одной хорошей женщине продать. Ну вот, не получается. Ладно, будем тогда снимать шкуру. Ну вот, полчаса возни, и у меня петушки готовы. Сейчас возьму целлофан, мешочки, и буду по целлофанчикам раскладывать по запчастям уже. И, наверное, сегодня сварю. Нет, завтра уже теперь сварю. Сегодня у меня будет картошка с грибами. А завтра супчик лапшу хочу сварить. Со свежих петушков. Такие вот дела. Повозилась, конечно. Еще вот такие огрехи есть. Но ничего. Это все съедобно. И все-таки я поставила супчик варить из курочки. Потому что я провозилась с этими петухами. И время уже 5 час. Время уже 5 час. А я завтракала только утром с Михалычем в 7 утра. Омлетом. И сейчас поняла, что я не успеваю сварить. Время вот до 4:30 уже. И вот сейчас кофе налила. Сама одновременно вам еще видео тут гружу. Ой, даже, честно говоря, голода как-то не чувствовала. Так, надо мне этого крикуна тоже. Гошку ему срубить завтра. Пальцы все поизрезала, пока шкурку снимала. Вот. Михалыч позвал меня в банк. Съездить надо по делам. Сейчас он после работы приедет за мной. И надо еще кое-что купить в хозяйственном магазине. Закончились тряпочки. Фейри надо купить, туалетную бумагу. И за продуктами заехать. У меня ни макарон нету, ни лапши нет никакой вообще. А я хочу просто супчик, такую суп-лапшу сделать. Себя не снимаю, я вся взмыленная. Надо сейчас себя в порядок хотя бы привести. И все. Еще вечером инкубатором надо заняться. Некогда сегодня даже помыть его было, приготовить. Вот, представляете, что есть? Это перед домом. Это у меня палисадник называется. Михалыч, видимо, выдернул несколько кустов. Наверное, совсем не мог пройти. И вот такая травища выросла. Как вам? Вот эта вот трава желтая мне, ну, по глаза. Вот это чуть пониже, по грудь. Вот так. Да, Федя, ты почему траву не рвал, а? Ну, молодец, охранял дом, да? Молодец. Даше, конечно, некогда было, да мы ее и не просили траву рвать. И дожди шли. Михалыч так и не смог зайти, хотя бы попилить траву сенокосилкой. Вот, кольцо, видите, как? Это у меня тут отцвели гладиолусы. Все, надо все прибирать, все убирать. Ждем погоды. А погоды ее нету. Вот такое небушко. Час назад дождь закончился. А я жду Михалыча. Вот как вот тут ходить? Опять у нас лужи. Как я тут должна прыгать? Даже не представляю. Наверное, вот тут сейчас обойду. И вот здесь буду его ждать. Ой-ой-ой, ой. Ну что ж, наши первые покупки после приезда с моря. Так, таблеты и глистогон взяла кошечкам нашим двоим. От блох обработаемых. Зима впереди. И два ошейничка таких вот. Это мы в зоомагазин заехали.
Так. Дальше. Михалычу купили одеколон Аквамания. Ну, а вкусно пахнет, я выбирала сама. Так, это просто мешочек. Дальше. Мешочки целлофановые. Это траву рвать. Перчатки. Дальше. Фейри. Такой вот. Салфетки. Посуду мыть. Еще салфетки бумажные. Дезодорант такой себе купила. Называется «Алтайская свежесть». Ух ты, Алтай. Так, ты куда лезешь? Ты брысь. «Алтайская свежесть». Так. Я не смотрела название, просто выбирала по запаху. Хороший запах такой. Так, и мешочки для мусора. Это все в хозяйстве нам взяли. Даша у нас с папой сайт обсуждают. Папа ей что-то там доделывает. Так, тут что мы купили. Вот ради этого я ехала в магазин. Лапшичку такую домашнюю взяли. Хлебушек серый. Он вот такой. Ну, типа отрубной что-то такое. Молоко местное. Цикорий. И здесь еще молоко. Альтера масло. Литр. Какао Михалыч попросил. Вот такой сыр копченый. Вот такой, наверное, конечно, какой я в Сочи покупала на рынке, такого у нас никогда не купить. Ну, что-то наподобие купила. Попробую, вкусно, нет? Делают у нас на Алтае. Золотые горы называется. Так, и перепелиные яйца. Все, перепелок я всех изничтожила. Теперь будем яйца брать. Все. А. И мальчишкам купила, внукам, петушки. Раз Даша приехала, передаст сейчас. Вот так. Быстренько сейчас супчик буду доваривать. А то у меня лапши не было. И все, и будем ужинать. Все, у меня уже терпежа нету. Сажусь кушать. Я же без обеда. Сыр попробую. Ну, а видите, сегодня как порезалась. Кровища шла. Вверх подняла руку. А тогда только кровь остановилась. Нормально. Удобно, но чувствуется, что химия, едкий дым или как называется, жидкий дым. Вот тот сыр, который на рынке в Сочи покупала, он был естественно пах, а это прям такой с кислинкой. Да, все. Вот так сегодня мой первый день прошел дома. Вся в заботах, вся в делах. А еще делать сколько? Очень много. Даже с папой там пока работают. Я одна ужинаю. Сейчас вечером еще 4 петухов отловлю. Я их обычно отлавливаю и осаживаю в сарайку. Утром всех кормлю. Всех остальных. А их внизу рубить, чтобы они забы были пустые. И ловлю их потемну, чтобы легко было. С насеста просто снимаю. Мне-то их видно, они меня не видят. Дождик все еще идет. Вот он сколько, наверное, час его не было. И опять идет. Как и давно домашнюю еду не ела. Особенно в поезде. Лапша доширак. Я выложу все ролики, которые наснимала. И, наверное, насмелюсь на прямой эфир. Именно он будет посвящен отдыху. То есть, если будут у вас какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Буду на них отвечать. Ну что, друзья,
Уложила я яйца в инкубатор. Некрасиво, конечно, получается с этими бумажками. Но яйцо мелкое, и поэтому прям так это катается. Мне надо, чтобы оно не вывалилось при повороте. У меня тут 60 яиц было. И получается, одно вот так вот надколото было. Не стала его клеить скотчем, мучить. Оставляя. Пусть у меня будет нечетное количество. Это у меня... Лигурн далматинец. Вот так такие красавчики будут у меня. Дай бог, чтобы все вывелись. Сейчас пойдем с Михалычем устанавливать. Уже в инкубатор. Он мне уже прогрелся. А ты две породы были хотела? Они мне две будут породы. Они не породы, порода одна, линия разная. Как быстро остывает. Так, закрываем. А пленочка где? Так. Пленочку закрываем, чтобы тут воздух не проходил. Еще и потом полотенчиком сверху. Ну, закрывай. Поворот-то как? Получается? А, давай поворот. Ну, я забыла. А, любой. Оба. Загудел. А, вот он сейчас на 45 градусов встал. И через каждые 2 часа будет поворачиваться. Все, сейчас полотенце еще принесу, накрою. Все, ну с Богом. Знаешь, какие красотули получатся? Ты не представляешь. Я Михалычу даже не говорила, что за порода. Главное, чтобы яйца несли, правда же? Да.